Эта песня сочинена как заявление первого лица человека, который сидит дома с ящиком украинского пива, чешет яйца, смотрит телек, как персонаж Светлакова из Тамбова и думает: Светлаков был там где? Нет, как? Как? Из Тамбова откуда он? Таганрога! Какая разница, вы же поняли, как вы ищете? Так вот он чешет яйца, смотрит телек и думает: нам нужно чесать яйца! Что там? В Москве какие-то пидорасы бузят. А что, у меня ипотека, два кредита в Раковском дворе. Я охранником работаю, жена была хозяйка. Все есть, слава царю. И вот он садится и пишет письмо. Как знаете, в песне Васи Обломова письмо. Слыхали? Пишет письмо, в котором выражает надежду на то, что нынешний порядок будет навсегда, потому что он может опираться на два незыблемых кита. Ох, и полиция. Yeah.
хочу выразить вам глубочайший респект и признательность за то, что вы нашли сегодня возможность и силы посетить этот шарообразный зал, даже не знаю, как сказать. Мы тоже здесь впервые, и нам нравится. Было бы неплохо получить цена на октябрь, ноябрь и в декабре. Там, знаете, елки. Прямо сейчас две новости. Хорошая и плохая. У нас впереди всего три песни. Это была плохая. Но для кого-то может быть хорошая. Хорошая, а для кого-то может быть плохая, заключается в том, что это три такие песни, от которых сами спонтанные из вас, друзья, могут и опасаться.